Одна из важных транспортных артерий Ульяновска в нерабочем состоянии. Из-за ремонтных работ на Минаевском мосту через Свиягу затруднено движение транспорта в часы пик. Алексей Русских поручил главе города и дорожникам мобилизовать ресурсы для ремонта путей сообщения и нарастить темпы работ по монтажу объездных путей. Глава города, в свою очередь, делегировал задачу подрядной организации и пообещал губернатору ежедневно приглядывать за работой исполнителя. Ну, сегодня подрядчик активно разрабатывает рабочую документацию. Представлен нам сегодня календарный график по производству работ с учетом сокращения на год. Но сегодня мы пока, скажем так, еще минимум неделя нам нужна для того, чтобы перепроверить данный график, убедиться, что он реалистичный, а не, скажем так, нарисованный на бумаге. И уже в последующем мы берем этот график и ежедневном просто режиме контролируем что-то выполнение работы. Несмотря на то, что основные работы начнутся ближе к концу весны, элементарный ямочный ремонт нужен здесь и сейчас. На сегодняшний день на мосту трудится 57 рабочих. Чтобы результаты были ощутимы, необходимо перейти на круглосуточный режим. Генеральный подрядчик планирует задействовать еще полсотни дорожников. Ориентировочно с 15 мая. Это на разборке и моста, и путепровода. Нас уже не будет сдерживать ни трава, ничего, и мы можем полномерно выставить людей. Люди у нас под это уже готовы. То есть я на этом этапе серьезных проблем не вижу. Утвердили окончательный вариант временной схемы проезда по мосту на время ремонта. Трамвайные пути будут на левой эстакаде со стороны торгово-развлекательного центра «Аквамолл». Между рельсами и тротуаром расположат 4-метровую полосу. По ней будет ездить автотранспорт в сторону Засвияжья. В сторону центра машины поедут по временной объездной дороге. Для общественного транспорта предусмотрят отдельную полосу. Эту дорогу и трамвайные пути планируют довести до ума к началу мая. После запуска движения по временной схеме подрядчики займутся демонтажом центральной части моста и правой эстакады. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.